Всем привет! Сегодня мы покажем вам каталог обоев под названием «Бомбина» от производителя немецкой фабрики Rush. Эти обои в основном в каталоге представлены в бумажном исполнении, то есть бумажная основа и бумага полностью, но в конце каталога встречается немного винила на флизелине. Смотрите, детские принты, милых животных, такие вот полосочки для более взрослого ребенка, для подростков, например, можно использовать. Однотонники, мелкие геометрические принты в виде треугольников. Такие вот фоновые интересные, контрастные цвета. Вот, пожалуйста, другой оттенок. Бежевый, который ко всему у вас подойдет в квартире. Динозаврики милые. Вот это как примерно будет смотреться в вашей детской комнате. Ребенок будет доволен. Обои полуметровой ширины. В рулоне 10 метров. Здесь еще есть вот такие вот полосочки. Это можно использовать в качестве бордюра внизу. Есть звездочки для самых юных представителей. Ну и, собственно, здесь просто линейка цветов разная, а принт, в принципе, повторяется. Вот такой вот еще не было. Ловец снов, пожалуйста. Зайчики-морковки. Сейчас покажу вам еще те, которые идут в винил на флизелине. Это вот эти вот однотонники. Есть такая маленькая структура под текстиль. И такие вот компаньоны к ним яркие. Есть листочки, что-то такое вот тропическое. Диагональная полоска. Редко встречается на самом деле. И она, между прочим, широкая еще к тому же. В голубом оттенке. Бежевом оттенке. Ну, здесь, собственно, показано, как можно комбинировать это с салатовым цветом фоновым, как это можно комбинировать с бежевым фоновым цветом. Светленькие оттенки будут визуально расширять ваше пространство. Если у вас оно большое, то, в принципе, можно смело использовать цветные. Одну сделать можно стенку акцентной, остальные, например, взять фон. Либо сделать, вот, например, с полоской. Киты. Монохромные. Есть такие яркие синие киты. Ну, собственно, вот. Приходите вместе с вашим ребенком, мы будем подбирать в вашу детскую обои.